Всем огромный привет! Сегодня я нахожусь в магазине «Светофор», который находится по адресу город Ростов-на-Дону, улица Орбитальная, 3Е. Я впервые в этом большом магазине и нашла здесь очень много полезных и интересных товаров, которые хочу скорее вам показать. В продаже очень много детских подгузников и трусиков. Подгузники Senso Baby Ecoline с 11 до 25 килограмм, 32 штуки, 275 рублей. Гель для стирки Sorti Color 3 кг 219,90. Эффективен в борьбе со сложными загрязнениями, сохраняет внешний вид вещей, быстро растворяется, отлично выполаскивается, сохраняет яркость изделий и цветных тканей. Большая упаковка Bimax Color Автомат 6 кг. Порошок отлично сохраняет яркость ваших вещей, удаляет загрязнения, трудновыводимые пятна и защищает структуру волокон ткани, препятствует появлению катышек. Цена 278 рублей. Бумажные полотенца Софиона. Здесь в упаковке два больших рулона, 300 отрывов и также можно выбирать размер самим. Полотенца прочные, двухслойные, изготовленные из 100% целлюлозы. Их можно использовать на кухне, по всему дому или в автомобиле. На упаковке есть удобная ручка. Цена 83 рубля. Следующая выгодная покупка – это туалетная бумага Deluxe. Трехслойная. Здесь в комплекте 8 рулонов. Цена 71 рубль. Большая упаковка средства для мытья посуды АОС с глицерином. 1 литр стоит 67 рублей. Туалетное мыло Дуру в упаковке 4 кусочка по 85 грамм. Цена 42 рубля. Смотрите, что я здесь нашла. Даже есть зубная паста Локолют Basic. Крепкие зубы, здоровые десны, свежее дыхание. 60 грамм стоит 58 рублей. Жидкое хозяйственное мыло, объем 1 литр. Подходит для уборки помещений, для ручной стирки и замачивания. Можно почитать состав. Объем 1 литр, цена 38 рублей. Сухое чистящее средство Sorti Лимон, 400 грамм, цена 18,50. Средство для мытья посуды концентрированное, 1 литр, стоит 34,90. Переходим с вами в отдел посуды, посмотрим все интересные товары здесь. Набор мисок с крышками, изготовленные они из пластика. Большая 3,2 литра, средняя 2,1 литр и третья 1,2 литра. На выбор два цвета, ярко-лимонный и коралловый. На самой большой чашке есть сливной носик. Цена 175 рублей. Чашки изготовлены из пищевого пластика, внутри глянцевые, изготовлены аккуратно. Производитель Пластим, город Вязьма. Набор стеклянных стаканов, рисунок фрукты, 6 штук, 230 мл. Цена 138 рублей. Набор посуды для пикника в боксе, 17 предметов на 4 персоны. В комплект входит сам бокс на 6 литров, 1 штука, тарелка суповая 700 мл, 4 штуки, стаканы по 250 мл, 4 штуки, ложки и вилки. Давайте откроем, посмотрим, что внутри. Вот так выглядит посудка, все аккуратно сложено. Покрытие посуды глянцевое, сделано аккуратно. Цена набора 215 рублей. Сахарница с двумя ручками и крышечкой, кермаш. Добружский фарфоровый завод, город Добруж. Изготовлено из фарфора, цена 121 рубль. Также комплектом с сахарницей можно взять вот такой заварочный чайник. 550 мл, 138 рублей. Нашла очень красивые салатники, 13 см, объем 440 мл, изготовлены из фарфора в Китае. На выбор три варианта расцветки: Эллада, Камелия и Шарм. Стеклянная кружка с граненным дном, необычной формы, 300 мл, изготовлена на заводе «Гусь Хрустальный», цена 28,90. Эмалированная кастрюля, объем 9 литров с красивым декором. Производитель Санкт-Петербург, в ней можно замораживать, ее можно мыть в посудомоечной машине, она подходит ко всем видам плит. Цена 573 рубля. Кувшин 1,7 литра, изготовлен из стекла, с
пластиковой крышкой и ручкой. Вот так открывается крышка. Вроде бы удобно, должно наливаться. Удобный, легкий, цена 100 рублей. Разделочная доска, размер 50 на 37, изготовлена из фанеры, где-то 5 мм толщиной, производитель город Майкоп, цена 117,90. От этого же производителя набор досок, 3 штуки, изготовлены также из фанеры, цена 83,90. Здесь стоит вот такой симпатичный комод с 4 ящиками, красивые удобные ручки. Покажу, как выглядит внутри. Вот такой вместительный ящик. Цена 2310 рублей. Супер крутая сковородка из керамики. Диаметр 18 сантиметров. Вот так выглядит с обратной стороны. Цена всего 34,90. Но я так понимаю, что в такой сковородке можно только запекать в духовке. Большая миска-таз 10 литров, изготовлена из алюминия. Цена 315,90. Обеденный стол, размер 1 метр на 60 сантиметров. Он изготовлен из ЛДСП. Ширина здесь 22 миллиметра на металлических ножках. Цена 1560 рублей. Антимоскитная штора на дверь. Легко открывается и закрывается. Легкий монтаж без специальных инструментов. Удобство и практичность. Долгий срок службы. Размер у нее 1 метр на 210 сантиметров. Изготовлена из полиэстера. Покажу, как выглядят застежки. Есть темно-синего и темно-вишневого цвета. Цена 173,50. Салфетки универсальные из микрофибры, 30 на 30 сантиметров, 5 штук, стоят 59 рублей. А набор универсальных вискозных салфеток, 10 штук, 22 рубля. Перчатки 5 штук в упаковке, цена 33,50. Вот такие симпатичные контейнеры-органайзеры, крышка с ручкой и внутри есть вставка. Вставка на 4 секции, цена 99 рублей. Контейнер защелкивается. Очень плотные застежки. Вот так он выглядит. Не содержит бисфенол А. Прозрачный. Прекрасный. Бумага для выпечки. Размер 30 сантиметров на 30 метров. Использовать можно при 220 градусах. Цена 35 рублей. Томатный нектар для детского питания. Подходит для детей дошкольного и школьного возраста. В составе сок томатный, сахар, соль, лимонная кислота и вода питьевая. Здесь его 1 литр. Стоит 24,90. Также в продаже есть удлинитель на катушке. Волстен. 4 гнезда, 20 метров. Цена 625,90. Силовой удлинитель 20 метров, 327,90. Лампы светодиодные, 43,50. Есть лампа LED А60, 42,90. Здесь лежит хозяйственная сумка-тележка на колесах. Стоит она 303,90. Такой большой крестовой ключ. Здесь указаны его размеры. Цена 237 рублей. Есть еще трос буксировочный. Стоит он 120,50. Натуральное мясное ассорти для взрослых кошек Лайк 850 грамм и Лайк Гурман, это говядина и сердце для собак. Корм для животных в ассортименте, стоит 56,50. Силикогелевый наполнитель 4 литра, стоит 179 рублей. Большая упаковка креветок, они варено-мороженые, размер 70 на 90, цена 195 рублей. Так, заходим с вами в холодильник. Смотрим, здесь вот такое мясо, свинина в шкуре. Второй категории, охлажденная, 170 рублей. Дальше, то, что я видела, люди все берут. Вот такая сметана пятигорская, 20%. Стоит она 45,90. Традиционное масло 500 грамм, сливочное. 82,5%, 108 рублей.
Есть еще другой вариант, белокатайская, 500 грамм, 50 рублей. Творог 700 грамм, 103 рубля. Свинина по-домашнему, цена 278 рублей. Вот такая палка колбасы, Щедрина стандарт. Цена палочки где-то выходит 215-217 рублей. Полусухая, без мяса птицы. Колбаса воронежская, вареная, 138,50. Яйца куриные в ячейках, 30 штук, 124 рубля. Тесто слоеное, дрожжевое и бездрожжевое, замороженное, 500 грамм, стоит 33,50. Здесь в бинах много одежды. Есть футболки детские на 3-7 лет, 72 рубля. Футболка женская от 44 до 56 размера и 100% хлопка, 140 рублей. Вот, так что вот здесь можно повыбирать, посмотреть. Вот так это все выглядит. Приятный хлопок. Рисунки разные, вот такие есть. Есть темно-синие. Какие хочешь. Полотенце махровое, размер 70 на 130, 380 грамм, 100% хлопок, стоит 193 рубля. Полотенце 50 на 80, стоит 88 рублей. Тоже цвета в ассортименте. Смотрите, какое большое. Это 70. Давайте посмотрим его. 70 на 130. Вот так оно выглядит. Большое, хорошее хлопковое полотенце. Отличное. Все цвета яркие, оранжевые. Ну вот есть единственный вот такой нежно-розовый. Все остальные яркие цвета. Обувь очень быстро разобрали. Остались одни тапочки. Размер 36-37. Цена 85 рублей. Вот такое зеленое легкое одеяло из бамбука. Верблюда и шерсти есть. 370 рублей. Полутораспальная. Двухспальная стоит 463 рубля. Подушки размер 68 на 68, 180 рублей. Вот так выглядят разные цвета. Подушки очень мягкие. Есть еще вот такие яркие расцветки. Или вот такие голубые. Набор ковриков для ванной. Размер 0,5 на 0,8. Цвет бежевый. Другой коврик 0,5 на 0,5 сантиметров. Такой приятный цвет. Стоит 255 рублей. Садовая сетка. Большой рулон. 1 метр ширина и 10 метров в рулоне. Цена 435 рублей. Опрыскиватель пчелка на 3 литра. 180 рублей. Вот такой большой. Здесь есть еще колышки для подвязки. 10 штук, 195 рублей. Вот так они выглядят. Все аккуратно обработано. Есть еще заборчик декоративный с бабочкой. 237 рублей, 3 метра. Есть желтого и красного цвета. Очень красивая высокая корзина. Вместимость 40 литров. Цена 298 рублей. Есть нежно-розового цвета, а есть бежевого цвета. Сбоку есть ручки. Ведро черного цвета. Вот такое простое ведро. Стоит 45,90. Объем 10 литров. Очень сильно пахнет. А есть ведро универсальное 10 литров. Вот такое красненькое. Симпатичное, с ручкой, но более тонкий пластик. 57 рублей. Таз круглый серебряного цвета из плотного пластика, 45 рублей. Пирожное Тимми с малиной и сливками. 10 пирожных, 67,90. Солнышко Кубани, это сливки питьевые, ультрапастеризованные, 10%. 1 литр, 100 рублей. Молоко питьевое, ультрапастеризованное, 3,2%. 1 литр, цена 36,90. Есть еще 2,5%. Изготовитель — город Славянск на Кубани. Покажу вам, что люди берут. Вот полностью разберу их тележку. Разрешили мне. Вот такая колбаса мясная, губерния.
Так, она получается на 196 рублей. Вот такие продукты с сыром плавленные на сэндвичи, бутерброды. Консервы мясные с говядиной, лайк. Сгущенка. Так, сардельки говяжьи, вот такой кусочек мяса. Вот, свежее мясо в упаковке. Потом продукт плавленый с сыром. Вот такая колбаса. Так, вот такая еще. Колбаса домашняя. Масло. Такое и вот такое. Традиционное масло сливочное. И еще вот такое масло. Белокатайское, растительное, 500 грамм. Если видео понравилось и было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, что вы покупаете в магазине «Светофор». Всем желаю отличного настроения, удачных покупок и крепкого здоровья. Увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.